Глаза собаки – капли янтаря. В них грусть и радость, преданность и ласка. Они не льстят, прикрывшись пошлой маской. Они не лгут и не болтают зря. Я знаю, нас, собачников, не вылечишь. Мы вирусом одним заражены. Мы любим их порой до неприличия. И, видимо, уже обречены. Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники. С вами, как всегда, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Да-да, когда-то наши детки тоже были обречены. Но благодаря вам, вашим сердцам, вашим рукам, вашей помощи, они спасены. Они спасены и проживают свою такую интересную жизнь. Это не кощунство и не издевательство. Это подаренная вами, нашим собачкам, жизнь. Фили у нас сейчас в больнице. Но сегодня 16 число, и я, как всегда, обращаюсь к вам. У нас подошла очередная оплата передержки. Фили обходится очень недешево. Почти 10 тысяч у Фили идет в сутки. На лечение это в следующих роликах. А сейчас, моя такая большая дружная семья, я, как всегда, обращаюсь к вам. Давайте поможем нашим особенным деткам собрать финансовые средства на их дальнейшую сытую жизнь. Мы с вами их спасли. Мы приложили немало усилий для того, чтобы эти дети жили, наши особенные дети. И они нас не подводят. Они стремятся, они радуются, они живут. Я иногда возвращаюсь всегда к той ситуации, что а вот если бы не вот эта ситуация, кто-то попал под машину, да, кого-то выкинули, то, скорее всего, наших особенных детей сейчас бы не было, в связи с тем, что уже второй год не прекращается отравление собак в этом городе. Возможно, их уже давно не было бы в живых. Но, знаете, мы прошли через многие трудности, и они остались живы. Живы благодаря, конечно же, вам. Вам, добрым, честным людям с открытым сердцем и душой. Моя такая большая дружная семья. Как всегда, наши дети, наши особенные дети ждут вас и вашей помощи. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Смотрите, в реквизитах появилась новая карта. Это карта ВТБ. Кто-то просил сделать карту ВТБ. Мы сделали. И, девочки, прошу вас, ну, поактивнее. Пишем комментарии, как всегда. Лайки – это тоже для продвижения канала и помощь для приюта. Искренне с вами, ваша Наташа.